и он показывает тебе что-то непонятное в кармане. Ты что-то делаешь? У нас вот здесь торговец запрещенкой, не знаю, вы с ним можете еще пообщаться. Did anybody buy any cheese? Кто-нибудь уже купил сыр, да? Вот этот сыр французский. Да, французский. Collier, one day, he bought a record on the street somewhere in Leningrad. He took it home to his mother's apartment, and he put it on the gramophone, and he dropped the needle on it. Collier, один раз вышел на улицу, купил диск, пришел домой, на костях, да? Пришел домой, поставил на граммофон своей мамы, взял иголку, так медленно опускает ее. И что он слышит? And this is what he heard. Это то, что он слышит. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'm with you. Remember, always with you. I think it's fair to say, Collier's not here, but I think it's fair to say that day, the world changed. Для него в этот день он бы сказал, он нам говорил, что этот день изменил его мир, его внутренний и внешний мир. Music changed his life. И музыка изменила полностью его жизнь. В этот самый момент, конкретно. And when we asked him, Коля, what did this music mean to you? И мы спросили, Коля, что тебе вот эта музыка значит? He said one word. И он сказал одно слово. Freedom. Свобода.